Второй тур первой лиги Казахстана по футболу завершился. Петропавловский «Кызылжар» принимал на своем поле «Кайрат Жастар». Даже плохая погода не помешала нашим футболистам показать хорошую игру, а болельщикам прийти и поддержать свой клуб. Как прошла встреча, расскажет Илья Кудряков. Первая домашняя игра и сразу против лидера турнирной таблицы. «Кызылжар» принимал алматинский «Кайрат Жастар». На улице ноль, но на поле очень жарко. В первом тайме инициативой владели хозяева. Они часто проходили к воротам гостей, но реализовать свои голевые моменты не получалось. У соперника хорошая линия обороны. И только на 35-й минуте матча Павел Кривенцев смог распечатать ворота алматинцев. Этот гол подстегнул соперников играть агрессивней. И уже на 37-й минуте гости сравняли счет. А еще через 6 увеличили его. Отличился Майди Айторе. В первом тайме кызылжарцы отыграться так и не смогли. На перерыв ушли со счетом 1-2. Команда, конечно, только сформировалась наша. Вот. Им надо сыгранность, побольше работать надо. И на тренировках, и на поле. Пока непонятно вообще, нашей команды игры нету. Я думал, во втором тайме наши найдут свою игру и забьют второй, третий гол. С первых минут второго тайма кызылжарцы пошли в активную атаку и заставили соперника сфалить в штрафной зоне. Судья назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Шотагри Григалашвили. Счет 2-2. Кызылжарцы темпов не сбавили и продолжили атаки. После очередной ошибки гостей Павел Кривенцев оформил дубль ворота алматинцев. Голы залетали один за другим. Самым зрелищным стал дальний удар от Виктора Гунченко. За 20 минут до конца матча наши футболисты смогли забить еще один гол, но и пропустили в свои ворота два мяча. Итоговый счет встречи 5-4 в пользу хозяев поля. Хочу поздравить наших болельщиков с этой победой. Вот. Но что сказать по матчу, тяжелая игра была. Вот. Погодные условия внесли свои коррективы. Вот. Но опять же не хватает нам немного концентрации при стандартах. Вот. Но будем работать и в дальнейшем потянем этот компонент. Самое главное то, что сегодня взяли 3 очка. После этой победы в активе «Кызылжара» 4 очка. Он занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч Петропавловский клуб сыграет на выезде 21 апреля против команды «Астана-М». Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, новости МТРК.